Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск технический и посвященный одному очень важному мероприятию. Все яхтсмены знают, что вот эти санбрелла-тенты, вот, которые делают тень у нас в лодке, очень сильно со временем начинают иметь голову. И вот сегодня мы будем делать так, чтобы он больше, зараза, не тек. Но эта задача, я не могу сказать, что супер простая, но обо всем этом мы вам будем рассказывать в сегодняшнем выпуске. Ну что, готовы? Погнали! Ключевым элементом во всей этой игре, можно так сказать, у нас будет вот эта банка. Так, вот вы видите waterproofing. И вот вы видите тенты, здесь написано, что подходит для тенков, тентов, бот-топов, бот-кавер, outdoor clothing и все остальное. То есть вот эта фирма Starbright выпускает очень крутой продукт. Банка такой фигни стоит там 75 американских долларов. Да, так тоже бывает. И за это мы готовы платить ровно 1 американский галлон. Мы будем вымазывать на крышу нашего тента. Но хватит тут трындеть. Вот Саша уже занимается тем, что он снимает все эти замысловатые штуки. Ну и мы будем заниматься тем же. Я готов. Я еще нет. I'm coming. I come in five minutes. Все, сторона готова. Нет. Теперь наша задача его очень хорошо отмыть. И для того, чтобы его отмыть, мы здесь помыли пирс. И сейчас это все будет выложено вот здесь. И будет мыться шампунькой. У нас еще осталась задняя часть, да? Да, я отдираю. Там еще он с Umbrella в стороне. Ага. Закреплена на это, да, на дениму. Да. Она последняя останется, я его держу, и все будет чисто. Принято. Вот. Ну все, выкладываем его аккуратненько. Да. Только, наверное, так, чтобы был проход. Не, я думаю, что как раз надо сделать, чтобы прохода не было, пусть они помогают мыть. Быстрее помоешь. Привет. Здорово. Морковь. Морковка? Да. Мы колумбийский суп варим. Колумбийский суп. Это с кокосом? С виноградом. Ух ты, жесть. Отмылось, что нет, то нет. Нет, в принципе, да, вот. Видно было, но да, не все. Ну вот, тенты уже помыты, а теперь они должны полностью высохнуть. То есть мы их оставляем так на солнце, я думаю, что за ближайшие минут за 10 они полностью высохнут, да. Если, и это 10 минут, если Саша на них подливать будет. Да-да-да. Принцип тот же. Мочим, моем, сушим. Я вам. Здесь только топ, тут больше как бы особенно делать нечего. Хорошо, нормально.
Ну что, все. Шампунем нашампунили. Эта штука у нас уже высохла, поэтому будем брать помазки и помазывать. Да, Дина? Да. Только делайте это сами, да? Конечно. Конечно. Я тут не за тем. Ладно, не отвлекаю. Нет. Так, ну что ж. О, подождите, я сделаю ключик со льдом. Да? Одновременно. О. Воняет? Ну, то есть наветренный хоть стань. И в ту, ну, давай. Она подванивает. И в ту давай. Да. Держу. Это моя рюмка? Да, это твоя рюмка. Давай я тебе налью. Давай. Ты же знаешь историю, зачем из рога раньше пили? Не. А не знаешь эту историю? Для того, чтобы не до дна. То есть до дна, а его же ставить ты не можешь. Ты же не можешь его поставить. Ну да. Ну что, теперь берем для кисточка. Помазок. И пошли. Там да. Еще второе есть. Да, да. Один. Вот, 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 вот. Ну что, намажем? Уномаз. Тут не так просто, тут надо что-то выбирать. С той стороны стань. Так с той стороны мне неудобно, мне надо с этой стороны. Поэтому придется рисковать. Как у вас это хорошо получается? Жужжится. Гата, может тебе панамку дать? Не, мне нормально. Думаешь, я обгорю? Надеешься на это? Нет. Предостерегаю. Мазь. А Саня молодец, он такой тенек. Начал возле бумья. Возле бумья. Под бумья. Под бумья. Не, я думал, что силиконом будет лучше. Но нам сказали, я ж купил силикон. А мне сказали, что нет, бери вот эта штука, это именно она специально сделана. Она пахнет как бензин, такое ощущение, как мы бензином мажем санбреллу. Там, кстати, ну, написано в предосторожностях, что типа это, не курите рядом. Да. И не пейте. Don't drink и мажь. Ну все, четенько у вас тут. Ну все. Что ж, вот оно все намазано. Вы намазываете, а я намазываю. Да вы накладываете, а вы намазываете. Так вот, здесь получилось только мазать. И накладывать частично. Мажется она довольно сложно. Мажется сложно, вообще краска, эта жижа ничем не укрывает. Просто мажешь, и вот где вода попала, там впиталась, дальше все как по сухому. Но у нас еще сейчас... Кончайте эти сопли, нас ждет вторая серия. Сейчас дамажем всю бутылку. Сколько ее, кстати? Ну, больше половины. Больше половины? Да, хватит, да. Тогда. Не, хватит, тут хватит. Получается, вот почти галлон уйдет на комплект. Ужасная история. Вообще довольно много. Много? Ну, вот у нас уже основная часть подсохла. Она, кстати, подсохла ли? Вот это? А приподними вот эту часть. Не-не, это же я только что это самое. Не-не, приподними ее просто. Давай. Там нет ничего? Нет? Она еще влажная, я вижу, там вон следы остались. Здесь немножко кончик. Чуть-чуть. Кончик и вот здесь вот еще. Давай еще пускай стынет. Ну давай. Фальшстарт. Thank you.
вас уже промасленное. Выглядит оно вот так вот. То есть разницы нету вообще. Ну, на ощупь разница огромная. Оно такое маслянистое. На ощупь оно как будто парафином намазано. Ну, вот эта вот штука, вот вы видите, она намазана. И сейчас мы будем, сейчас мы оденем вот эту, а потом будем делать тесты. Отцепляли, это я прицепил. Ты уверен? Да. Подожди, давай я натяну ее. Ага. Так, это есть? Упс. Чуть по башке не отбило. А если б, не дай бог, в глаз острым. Так, давай вот эту вот, смотри, давай вот эту приделаем. Она у нас будет вот здесь. Ага. Упс. Так, вот документы. Она. Давай. Тяни, держи. Последний штришочек. Вот у нас есть данима. Мы ее сейчас сюда вот так вот вплетаем и растягиваем по сторонам, и все. Ну что, друзья, пришло время тестов. Ух ты. Ну ничего, выглядит офигенно. Да. Мне нравится. И у меня снизу тоже. Не прот... Не, ну тут видно, что оно не протекает. Не, не протекает, вообще не сколько, но ты больше не лей, у нас снизу не закрыто, оно начинает протекать снизу. Вау-вау-вау-вау. Отлично. Ну что, друзья, как вы видите, мы сделали это. У нас такие красивые, прекрасные капельки, которые лежат сверху на нашей санбрелле. Здесь у нас просто мы ее не закрывали, потому что мы ее открываем для проветривания лодки. Но, в принципе, о том, как это работает, все понятно. На этом мы ставим большую жирную галочку «Done». Этой фигней также можно покрывать яхтенную одежду, если она начинает течь после того, как вас окинуло огромной волной. Но это все лирика. Друзья, не забываем. Ставим лайки, подписываемся на канал. Солнце светит прямо в лицо. Адское. О чем я говорил? Да, мы с вами встретимся уже через несколько дней в новом видео. И лайки, лайки, больше лайков. Там нам посоветовали, нужны лайки. И я с этим категорически согласен. В общем, друзья, обнимаю. До скорой встречи. Пока.